Первая группа омиконских призывников сегодня отправилась из Устьнеры в Якутск. Накануне с новобранцами встретился глава администрации омиконского района. Подробности далее. Еще неровный строй, заботливо отглаженные мамой рубашки и мягкие пуловеры. Волнуются призывники. Послужить в основном в Дальневосточном военном округе, а вот конкретно это, сейчас трудно сказать, но это все, начиная Владивосток, Хабаровский край, то есть Приморье, Хабаровский край, может быть, Якутия, Чукотка, Камчатка, Курильские острова. Всего за один год эти мальчики должны научиться военному делу, стать уверенными в себе и возмужавшими мужчинами. Слова напутствия звучат от главы УЛУСа и главного специалиста отдела молодежи. Вручаются небольшие подарки, наборы первой необходимости. Я хочу учиться и получить в армии профессию. Служите достойно, ребята. Очень хочется увидеть вас через год. Светлана Поцелуева, Павел Комин, НВК Саха, Устьнера.